В честь масленичной недели Центр русской культуры пригласил в гости будущих студентов Тюменского медицинского университета. Сейчас ребята из Колумбии, Египта, Камеруна и Йемена проходят адаптацию, изучают русский язык и профильные предметы, готовятся к поступлению в ВУЗ. В Центре русской культуры иностранных гостей встречали под звуки балалайки, ребята с интересом слушали рассказ о русском быте и даже научились пользоваться ухватом. Мы преследуем цель познакомить их, окунуть, скажем так, в русскую культуру, чтобы они знали хотя бы немножко о стране, в которой они сейчас пребывают и учатся. Еще для будущих студентов-медиков устроили мастер-класс по изготовлению традиционной куклы-оберега. Для нас это как приятно, что вы пригласили нас на это мероприятие, а что мы узнаем больше о культуре России. Было очень приятно, что мы разговаривали. Музык и от музык супер мальчик. После мастер-класса иностранцев пригласили на чаепитие. Гости пользовались самоваром и слушали игру на гуслях.